Всем привет, ребятки! Давно не было видео. Сегодняшнее у нас будет про безопасность. Видео, наверное, сделаю простым, коротким. Собственно, перед вами ноутбук. На ноутбуке стоит только защитник Windows. Никаких других антивирусных программ нету. И до недавнего момента он был, в принципе, отключен. Что я хочу вам сейчас сказать? Значит, можно ли использовать компьютер, ноутбук, ну, любое устройство на Windows без антивируса и защитника, ну, встроенного брендмалвера? Ответ – да, конечно, можно. Как не нахватать вирусов? Ответ очень простой. Собственно, у нас есть поисковики. Ну, давайте назовем самые популярные. Яндекс и Google, да? Мы ничем другим не пользуемся. Ну, может, там Yahoo, там, ну, не суть. То есть, есть хорошие, проверенные поисковики. В том же Яндексе, когда вы переходите на сайт, ну, как правило, переходите на сайт с вредоносным содержимым, он вам говорит, что там есть вредоносное содержимое, перейти или назад. Значит, при загрузке чего-либо, например, вам нужны драйвера, вы идете только на официальный сайт. Нужно программное обеспечение, вы идете только на официальный сайт. Есть какой-нибудь сайт, например, на который вы заходили с проверенного устройства, ну, там, например, Lost Film TV, да? Вы знаете, что там вирусов как бы нет физически, то есть тоже у вас абсолютно отсутствует защита на компьютере. Вы можете абсолютно спокойно туда заходить, зная, что вирусов там попросту нет и не может быть физически. То есть эти люди дорожат своей репутацией, и поэтому как бы вирусов там просто физически нет. Есть, конечно, рекламные баннеры, но это немножко другая тема. Собственно, что хочу сказать. При поиске чего-либо пользуйтесь только проверенными поисками, проверенными сайтами, официальными сайтами, никакими не утилитами для настройки там. Но есть, конечно, драйвер Check Genius, довольно неплохая программа, но это, опять-таки, немножко другая тема. В общем и целом, пользуйтесь официальными источниками. Имея официальные источники, вы всегда сможете обезопасить себя без антивируса и брендмалвера. Надеюсь, это было вам понятно. Я объяснился четко и ясно. До следующих видео. Спасибо за внимание.